Обратная сторона ремонта. Пока идут завершающие работы по обновлению бульвара Тинчурина, жильцы соседних домов ждут, когда обновят их придомовую территорию. Дороги и бетонные конструкции вокруг дома 10/62 на ГЭСе уже давно требуют вмешательства дорожников, уверены челнинцы. Они неоднократно обращались в свою управляющую компанию и даже получили ответ от коммунальщиков. Бумажник позвонил в управляющую компанию головную. Там сказали, мы отправили письмо, ждите. Ответа, ждите ответа, ждем. Уже кончается сентябрь. 10 метров здесь не могут ни дорогу сделать, нету. Дом красивый, все. Одно сделали, другое разломали. Реконструкция бульвара и набережной подарила жителям надежду, что их просьбы также услышат, но пока этого не случилось. Сотрудники управляющей компании бумажников от комментариев на камеру отказались, но заверили, что о проблеме знают и намерены решить ее в ближайшее время.